все нормально работает. Потери кадров нет. Все нормально. Так, ну что, баны пики пошли. Нави банят виспа сразу же. Отвечают фнатики инвокером. Не заметил. Ну, было бы удобнее, конечно, если бы я видел пики, все, которые доступны. Но буду только как они назвучивать. Тут уже ничего не поделаешь. Ну, Висп, я думаю, не особо такой актуальный сейчас парень в последнее время с его тизером, который только словит. Ну, словит достаточно прилично, но это уже все-таки не стан. Поэтому не особо актуально он стал и пропал из актуальности у команд. Инвокер, само собой, достоин первого бана, тем более на таком моде, где не особо обширный пул, не все герои доступны. Если он есть, его... Если вы присутствуете не на первом пике, то его лучше забанить. Такие вот пирожки. Подумался Пупан над вторым баном своим. Команды сегодня без стендингов играют, все нормально, все в полном составе. Вчера, кстати, они встречались на Dream League и по версии BO1 играли, Na'Vi выиграли, но игра была такая смотрибельная. Кто пропустил, советую посмотреть, там Фнатики катали через мипа на саппорте, там Нутейл вытворял нормальные вещи, но немножечко им не хватило. Так, пока по альта боюсь, пока пики идут, задерживаются ребзи. Если что, там лагать будет, не лагать, вы все это пишите, я буду чекать. Так, ну что, от Na'Vi отъезжает Никс Ассасин. Тоже весьма такой неприятный молодой человек. Но не совсем понятно, почему Na'Vi его банят, потому что Фанник искусно вообще отыгрывает на этом парне. Вчера у Сигмы там, по-моему, если я не ошибаюсь, пас. Копал четверых, но не попадал ни по кому. Была такая проблема, но Фанник сказочно оформляет его. Фнатик банят Дазла. Тоже Дазл в последнее время вырывается очень сильно в дотку. Часто очень вижу его от Империи, от Роксов. Это излюбленный саппорт у них стал. Каким-то Слардаром и Ланай очень сильно заезжает. Да и вообще сам по себе такой саппорт очень противный. Эмбер, вот, которого я увидел до того момента, пока не пропали все герои, я его видел. Весьма неплохой пик. Задрачиваю этого молодого человека сейчас в паблике очень плотно. Ну что, ждем ответочку. Два пика для Фнатик. Блин, это вот эти вот баги с дотой, когда пропадает пул на относительно новом моде, это не особо удобно, но в плане как для комментатора, когда ты видишь, все-таки поудобнее можно поанализировать, что можно пикнуть, что вообще актуально, как можно линии поставить. Луна. Было бы, конечно, получше. Луна. Саппорт, наверное, какой-то. Нужен. Долго Флай думает. Пупей над вторым баном своему очень долго задумывался. Я думаю, Флай мог подумать, что они примерно хотят пикнуть. Если это, конечно, не Эмбер, потому что Фнатики Эмбера уже пикали на этом турнире. На нем отыгрывал Трикси весьма неплохо. Ликвидов они распетрушили. Это, по-моему, во второй катке было. Шаду Демон заезжает. Тоже саппорт, который пропал из пула на такой достаточно долгий участок времени. Отрезок времени, не участок, а отрезок. Заговаривайся потихонечку. Ветер. Ну, думаю, саппорт очень актуальный. Зря про него забыли. Тем более, с ним можно очень неплохо комбить там, парочку героев, такие как Лишрак, Мирана, та же самая. Na'Vi отвечают двумя пиками. Саппорт Джекира и Баунти Хантер... по всему для Фанника. Фанника для Фнатик. Так, мне надо будет еще мышечку настроить, потому что я первый раз буду комментировать и кастить игру от своего лица. Мне не особо привычно там. Я просто рывками все время смотрел. А тут придется все плавненько показывать, рассказывать. Send Lion. Timber Song. 5 seconds remaining. Dire Team. Так, что там в чатике со звуком? Вроде бы все норм. Жалоб нет. С днем рождения поздравляют, но это обычная дефолтная. Так, о господи, тут быстро все напикали. Последние два пика были от Na'Vi, это Леон и Тимбер. Судя по всему, Баунти Хантер это не для Фанника.
или я, может быть, чего-то пока не понимаю. И фнатики отвечают: Bristol Bags and King Windranger. Windranger, прошу прощения, изменили этого персонажа. Windranger теперь нельзя говорить. Пока не постучались в Blizzard в дверь, можно говорить Windranger. Мне так удобней. Что? Молодежь, давайте, распикивайте и начнем Гамзу, сказал Виктор. Долго разбирают, быть на буткемпе пятерочки там, и вот это вот. 10 seconds remaining. 5 seconds. Пока не буду оглашать, кто на ком, потому что есть вот эти фишки, там свапаться, не свапаться. Сейчас уже когда полностью увижу все составы, начну оглашать, кто на ком. Так, блин, как непривычно без акселерации, это вообще жесть. Паузы не будет, у них тут только 3 персонажа. Так, ну что, у Нави Дэнди будет играть на Эмбер Спирите, Куроки на Леоне, Пупей на Джекира, Хвостевич будет на Баунти Хантере, это будет фармящий Баунти Хантер, и Фанник будет на Тимбере. У Фнатиков Эра, Луна, Нотейл, Шадоу Демон, Плай, Виндрейнджер, Хани на Санкинге, Трикси на Бристлбеке. Ну, по лайнам что тут можно, если по ролям смотреть у Фнатик, Бристлбек это будет хардовый, не знаю, дабла будет это или соло, все-таки, я думаю, можно себе позволить соло пойти, потому что саппорты хоть и сильные у Нави, но может он себе позволить там поагрессировать и пополучать какую-то конкретную экспу. Хани, он катал на мидерах, ну, на этом турнире очень часто было замечено то, что команды пересвапываются ролями, тот же Лода у Альянс стоял в миде уже пару раз, любит Фира Хвостевич. А, кстати, я не пойму, что там за троллинг, у инмейта, у еще у кого-то там, у факера, по-моему, стоит аватарка Фира в трусах каких-то, там троллят всячески, по-моему. Так, ну что, по лайнам, тут дабла, судя по всему, будет, Флай будет саппортить на Виндрейнджер, Санкингу. Ну, если предположить, что примерно Фнатики хотят по игре, хотят выформить на Санкинге какие-то арканы с быстрым даггером, то весьма по игре будет потом смотрибельно и полезно для их тимфайта. Ну вот от Нави что? Ну, у Нави всегда непредсказуемые какие-то мувы. В последнее время они очень часто проигрывают начало игры по фрагам там и вообще по линиям. Но потом каким-то чудесным образом выбираются из этого всего. Не знаю, посмотрим на эту всю каточку. У вас хит-пит, тут сейчас все выставлю. Чатик быстренько чекну, пока ничего не пошло. Так, ну что? Пуник. Пуник себя тут вообще должен прекрасно чувствовать, потому что против него стоит, ну, как бы, не то, что кэрри, Сэмми кэрри такой, который исполняет роль в данном пике, и саппорт, хоть и рейнджовый, но все равно, если пассивка есть уже, да, у него, он себя будет здесь вольготно очень чувствовать. Чего уже не скажешь о Трикси, который тоже себя будет вольготно чувствовать, потому что здесь дабла будет стоять в миде. Дабл на дабл, мы увидим исполнение от обеих команд. Там экшен должен быть здесь в миде, потому что очень опасные какие-то даблы стоят, агрессивные. Дэнди очень сильно нужен здесь где-то левел 4, чтобы у него полностью все скиллы присутствовали на этом персонаже. Потому что, ну как, его сейчас раскачивают, первый на раз берут, максят вот этот читочек. Ну и потом в перспективе докачивают второй спелл. Ну, в данном ходе я не называю их, потому что это новые для меня герои. Второй доп я их не видел, так здесь заруба, у Тейла очень большие проблемы, Руслан, кстати, забирает он, но сам в ответочку отъезжает. Но тут, конечно, размен в пользу Фнатик, потому что погиб все-таки персонаж, который исполняет роль кэрри. Фнатик потеряли только саппорта, и Вера впитал экспириенс, и остался все это время фармить на линии, так что весьма все неплохо. Ферзблат не пропустил в первый раз, уже замечательно. На остальных линиях Хвостевич здесь более-менее себя нормально чувствует, хоть и 10 крепочек, но умеет с кингом, они как банкеры. Ноздря в ноздрю, Фанник тут грамотно все запулил. Опять экшен начинается, Дэнди под ним просел, но больше нечего докинуть ему. Пан сильно агрессировал, через Liquid Fire забирает на Тейла и их размен произошел. Жесть, что-то я прям вообще растериваюсь, простите, ребят, сейчас я соберусь, а может быть ко второй игре телепает меня немного. Так, ну что, тут саппорты возвращаются на линии, Фанник за счет этого отпула
отвел себе линию под тавер и получает деньги, экспу. Это нормально, голых женщин. Это у него здесь хорошо. Уже будет четвертый левел, что в перспективе не очень для Fnatic. Этот Тимбер потом эту доблу должен будет нагибать сам соло. Может, он себе это позволит за счет того, что он такой вот персонаж. Куроки смещается тем временем на мид. Понимает, что размены для Na'Vi не особо выгодная ситуация, поэтому надо как-то за счет еще одного персонажа попробовать задавить. Вроде бы не лагает. Пошла здесь заруба, но Тейла подкидывают, сразу же моментально его разрывают. Эр просто здесь отсюда отбегает. Ну да, о чем я сейчас сказал, то что сместился один саппорт, и Na'Vi начинает налаживать уже свое положение в миде, не хотят они больше размениваться. Сильно подпросели по ХП саппорты, но Пупан отъелся, Джекира такой достаточно плотный саппорт, а вот Куроки слишком много ХП потерял, регенчика у него уже здесь нет. Хвостевич тем временем гоняет здесь Трикси. Загоняет его под тавер. Трикси 4 левела, хвост 5, хотя не знаю, как это получилось. Видимо, боялся он подходить. Не знаю, почему там всего лишь Леон какой-то был. А Бристлбэк может там атаку от трех персонажей вполне выдержать. Так что, здесь был чек рун. Рунка инвиз, наверное, нанизу появился. Теряюсь я по карте немножко пока что. Фанник. Ну, Фанник, да, получше себя, чем Трикси, немножко чувствует. И по левелу это все заметно. Ну и как бы пополезнее будет Тимбер в мидгейме, потому что у него есть весьма неплохие спеллы, причем все очень полезные. А Бристлбэку нужны какие-то итимы, чтобы танковать для своей команды. Вот атака будет сейчас на Трикси, подкидывает его Куроки. Хороший спас, но может не хватить дэмэджа, о чем я вот и говорил, то что он выдерживает в легкую атаку от трех персонажей. Ну вот хвосту бы трек какой-то заиметь, до которого ему там по левелу осталось, и тогда могли бы они задавить. Еще один найспас, тос, и буквально на тычку остается. Ну, есть тапочек, но, как я сказал, уже нет трека, поэтому МС не особо хватает. Здесь была попытка атаковать Фаника, копает его Хани. Фаник просто на развороте говорит, иди сюда, вот эта вот кастрюля агрессивная. Но посидка у него второго левела, там 8 стаков на нем, поэтому может себе угодно чувствовать. Ну, Тейл прячет здесь. Дэнди. Дайвить будут под солке. Прям очень много дэмэджа получает. Лол, но Тейл отъедет. Нет, хороший смог юзает и вейдит тычечку от тавера последнюю и выживает. Ну, сильно тут Фнатики агрессируют, если бы какой-то саппорт подходил. Так, у Фаника большие проблемы. Повершотом Флай забирает его. Все-таки доагрессировался он здесь. Ну и Фнатик себя довольно очень агрессивно ведут. Зашли между двумя таверами, встали и гоняют хардера. Берут по счету то, что у Na'Vi могут саппорты выиграть, и за это наказать очень сильно. На Тедди опять атака. Юзается Эклипс, проходит никуда, Куроки, да, есть кекс у него, еще одна тычечка, да, и фраг, да, достается Куроки. Думал, там ботлом отопьется и не хватит дэмэджа Пупан. Флай хорошо привязывает, шейкл на 2, без виндра накачается здесь. Попадает айспасом, первый спелл промазывает, Бриспайр. Попал только эффект замедления, Фаник до конца давит. Летает еще Liquid Fire, хороший Borrow Strike, и Фанник отбивается стиками, хорошо на Тимберчейне забирает, Куроки здесь подбегает. Произошел размен, но весьма не особо выгодный для Na'Vi, потому что Хардер разменялся на какого-то саппорта, а Хани в итоге получил экспириенс за него, ну и Кассис тоже, конечно же, есть. Ну Тейл здесь под ДД, очень сильно напрягают сейчас Фнатики в оппонента. Твоего оппонента победу. Ну, Дэнди пытается здесь память. Кстати, очень весьма неплохая раскачка у Дэнди. Я не знаю, только из-за дэмэджа качать этот спелл не особо нужно. Вот исключительно как из-за дизейбла качают, а чтобы у второго скилла был все меньше и меньше КД, из-за этого его и берут. Как аспект. Ну что, Фикси тут уже более-менее начал себя вольготно чувствовать, потому что увидел, что саппорты разбились по карте, начали где-то экшена водить. Он подошел и начал фармить. Хвост тоже получил свой трек, но теперь хвост зажался под тавером и просто вынужден так стоять. Флай, кстати, перемещается сюда на низ. Будут они попытку какую-то делать хвоста, заовнить. Да, приобрел он себе досты здесь. Увидели то, что Фаник сюда сместился, поэтому никакого экшена здесь не будет. Кстати, смог пошел от Na'Vi, Пупан с Дэнди бегут на помощь своей изи-линии и могут наказать
того же Флая, который сюда сместился, ставится хороший сентри. Жал он у Трикси, судя по всему, потому что Флай был особо далековато. Так, смотри, что у меня с мышкой дернулась рука. Включи звук в доте. Так, не отвлекайте меня, плиз, такими комментариями. Я еще и всему верю сейчас в чате, потому что это первая трансляция от своего лица. Так, сейчас вроде бы утимирилось, а по карте Хвостевич подошел, начинает опять фармить. Есть у него, кстати, 1200. Что-то там по графикам. По графикам преимущество у Fnatic. Ну, по киллам они не особо ведут. Товара все целые. Просто больше нафармили. Ну, то, что вот босс отошел и фармил топ у них, фармил хардлейн. Он не фармил, саппорты бегали, пытались что-то сделать. Ну, видим то, что видим. Графики немножечко в сторону Fnatic уже начинают переходить. Но это пока, до поры до времени, потому что Na'Vi будут весьма неплохие мувы делать за счет этого Баунти Хантера. Если вы начинаете ошибаться против Баунти Хантера, это всегда считается грубой ошибкой, потому что трек не прощает. Хвостевич бежит на Триксе, но Триксе все грамотно здесь делает, просто отходит. Уроки очень агрессивно себя ведет, бежит он за Флая. Здесь у него палец, понятно почему, хочет он рейнджер это подстричь быстренько очень за два спела. Что, у Дэнди весьма такие зябленькие дела для 9 минуты, как для мидера. Левел есть должный, но вот по итимам не особо сильно отображается. Хотя есть ботл, есть стики, все довольно плохо. Фейзы какие-то будут в перспективе потом появляться, потому что, ну, нужен ему дэмэдж для второго скилла с руки. Там еще и бонус дэмэдж от самого скилла идет, ну и... Пазычи весьма неплохо дают, ну и плюс МС всегда полезно. Тут Трикси начинает уже формировать стаки. Есть у него 4-й уже колючечки, спрей. Маны, к сожалению, не особо много, но заберет он еще маленького. Побежит, я думаю, порегенится. Линия распушена у хвоста в его сторону, поэтому можно там без особой потери времени побежать и порегениться. И вернуться также на линию не особо много от этого потеряет. Тут атака готовится на эру. Вот. Фаник, наверное, будет прорубать чакрамом лес, чтобы сразу моментально атаковать. Но тут уже саппорты тоже подтягиваются. Ну как саппорты? Саппорт ну тейл и Хани, который фармил определенный какое-то время, и дилей. Здесь на большой левел, как у него атака была. Ну он хорошо откапывается, дэйм уже помогает здесь. Привязывает, очень много дэймэджа Фаник раздает, достается ему фраг. Скинг большого левела, что весьма приятно сейчас в этой ситуации для Na'Vi. Ну и вообще вырубить Санкинга при том, когда вы хотите атаковать Т1 Тавер плюс врагами, это весьма неплохо. Санки понимает, что есть лайнвард, Дэнди хорошо привязывает на Тейла через второй стейк. Тейл просто полфука сейчас потерял, ловит палец от Куроки и просто goodbye, my love, goodbye. Очень больно, палец на таком левеле бьет, особенно саппортом в такой стадии игры не особо приятно ловить его. Трикси полностью проигнорировали команда Na'Vi, оставили, пусть этот Бристлбэк фармит, но главное, чтобы это не было ошибкой, потому что Бристлбэк такой парень, который может просто бежать вперед и впитывать очень много дэмэджа и спеллов на себя, как-то выманивать. А сзади команда уже будет что-то делать, вот веточку кидать. Хороший смок от Т2 юзается от Fnatic, круто не пытаться дефить. Еще Трикси туда делает телепорт, залетает Т2 сразу в чакрам, Трикси очень много ХП теряет, привязывает его, команда слишком далеко была. Хороший глиф, моментальный минус 2. Паника подстригли и Дэнди. Дэнди просто отвейдил. Я думал, то, что его пораньше заберут. Не хватило немножко вижена для Дима. Ну, прошивают здесь моментально Попея. Попея уже не должен отсюда уходить. Еще вижен залетает от Пойзена. Достается фраг Панику. Тавр, кстати, был за... Не, не за Динайан, его Попей добил. Но Na'Vi потеряли троих и забрали одного Трикси. Но, в принципе, это и есть обязанность Кристалбека. Он бежит вперед, ну или как делает в этом случае, делает телепорт, впитывает на себя спелла, а команда уже разбирает своих противников. Так что все, в принципе, неплохо. Куроки, господи, у Куроки уже даггер есть. Я повтыкал этот момент. Не особо много я сейчас его замечаю. Пытаюсь больше по игре разговаривать. Неплохо для 12 минуты, как для саппорта. Очень хорошо. Ну, Куроки 4-0. Умирал. Все у него прекрасно. Эру не увидели. Лол хорошо относил здесь Эра и сделал телепорт. Не хватило вижена Дэнди. Паник тут ворует у Дэнди весь фарм. Трикси, что,
пытается дофармить. Надо еще, наверное, стак какой-то сделать. Но видишь, что начинает линия пушиться в его сторону, и нужно выйти, отпушить это, и потом уже можно заниматься дальше энчентами. Флай вордит свой лес, понимает, что нави будут давить, ассировать. Первый тавер они потеряли, и из-за этого будут какие-то мансы по лесу. Поэтому это нужно все видеть, чтобы пресекать. Хани получает кекс от Куроки. Залетает хороший спас, пальца, к сожалению, пока нет. 28 секунд пытался раскачать эпицентр, но не получилось. Демоник Пур скидывается в тупе, юзает сюда Трикси ТП. Долетел еще бим. Все забирает без фраг. Финтейл погибает от паника. Паник не успевает на Тимберчене уехать, но он не уехал бы здесь лес просто. Там стоит тавер вижу. Дэнди сюда хорошо приезжает, привязывает двоих, и на ремнанте уезжает назад. Но вот в чем плюс Эмбера вот этого, то что он на вот такой стадии игры, где-то минуты до 25, очень много дэмэджа за счет своих скиллов раздает. А если у него все неплохо по игре, то появляются какие-то артефакты на дэмэдж, и он весьма неплохо разбирает потом. Причем он может воевать один там против четверых, если все грамотно делать и кайтить. Натик такого должного как бы дизейбла нет. Если отвейдить там санкинга какого-то и ВР-ку, то все, там уже не остановить этого пацана. 11-9, экшена куча просто, 14-я минута, как по мне, игра просто уже набирает оборот. Костевич, правда, не особо участвовал много в файтах, есть у него один фраг без ассистов по фарму. Ну, по фарму зато у него весьма неплохо занимает, он первую позицию по крипстату, 85 на 18 имеет. 11 левел, это уже второй трек, есть у него Владимир, 1800, я не знаю, что это будет, БКБ какой-то, так, смог ганг от Пупея вместе с Куроки успевает захексить, залетает трек, чекрам от Фаника, и спас, и Фаник забирает здесь фраг. И это еще будет и один тавер. Пупан грамотно закидывает здесь Liquid Fire, чтобы замедлить скорость атаки от тавера. Ну и, собственно, похарасит тавер. Блин, что там с мышкой? Мышка дергается, простите, ребят. Так. Хотел почитать чатик по привычке, но не буду я рисковать, потому что зачитываться во время просто там официальной игры не стоит. Залетает трек на Тейла от хвоста. Ну что, Нави попытались кого-то подцеплять здесь, пытаются вижен снять. Но не находят варту. Поставили сентри, но сентри, к сожалению, сейчас не дает вижена. А вард, вот он стоит. Сентриров просто фармят на клифе. Но тем временем фнатики собираются в миде на Т1. Не знаю, что это будет, видимо, какая-то попытка пропушить Т1 тавер. Ну, им просто нужно надо выигрывать время для своей луны. Луна это очень уверенный керри, ну, который очень много времени нужно. Ну как, не особо, не всегда, конечно, много времени надо. Вообще, по факту, да. Лучше пофармить и лишний раз не лезть. Кстати, что у Эры там по стату? 2-1. 2-1, 4 ассиста. Ну, Эра не отъезжал, сделал 2 фрага и 4 ассиста. Куроки здесь может сейчас стоять. Хороший, кстати, хорошая подкопочка по двоим. Сразу же скидывает палец на Тейла и на даггере улетает. Куроки максимально быстро здесь все спеллы выкинул и в итоге еще не отдался. Появляется у Хани даггер еще на санкинге. Который, кстати, Нави еще не видели. И это может быть сюрпризом, если будет какой-то тимфайт там на Рошане или на Тавре, который фнатики будут сами инициировать. Наверное, звук доти микро шипит. Я, ребят, сейчас, если начну что-то фиксить, я боюсь, что я натворю, я не знаю. На второй игре попробую разобраться, перезапустить там все это. Извиняйте пока что. Попробую, типа, так вот через дагер копает Пупея вместе с Куроки. Куроки моментально отъезжает. Ну, еще и Пупея здесь должны убивать. Значит, его мутейл, залетает чекрам. Не чекрам, а тос от хвоста. За хвостом еще будет погоня. Пост под достами, залетает у него в плевочки от Бристалбека. Будет еще бим. Не хватает РНЖ. Хорошие опережения копают. Сентри еще попали, Дэнди подходит. Забирает Флая, будет гнаться за Эрой. Эру очень сильно проседает от чита. Еще и Паник сюда подходит, чек рам. Хорош, Трикс скидывается, но Дейл тем временем отъезжает. Ханис просто разваливает двоих саппортов. Один Дэнди живой, ну, сори, не один, а спать. Ну, Хани тоже остался живой. Сейчас будет даггер и Куроки хорошо сбенкают. Фнатики закинули. Там были байбеки, если я не ошибаюсь. Потому что фнатики очень много саппортов убили, но они как-то быстро появились, не успел уследить.
что по фрагам примерно там что-то 5 на 5, по-моему, было, если я не ошибаюсь. Теряюсь немножечко. Тейл просто прячет флайя, такого дайва дальше не было, флай попадает носом в айспас. И сюда уже один телепорт на Трикси. Ну и просто разбегаются. Нави попытались зацепить саппортов команды Fnatic, но не получилось. Дэнди побежал, распушивая топ, надо... Нави как-то распушивать линии все. Трикси здесь цепляют, но на Тейл опять хороший дизрапшн делает, и вся атака от Нави захлебывается. Хотят Нави тавер этот забрать, и один покоцанный, там 350 кп всего лишь осталось. Это будет третий тавер для Нави, если они его заберут. Нати, к сожалению, только один. Ой, даже ни одного тавера не забрали. Ребята, она достаточно нормально работает. Это просто мне надо будет звуки отрегулировать. Хватило мне время. Ну, фанится здесь атака. Хороший Battle Strike, там шейкл залетел и повершот. Ну, в общем, кучу скиллов скинули в паника и моментально распетрушили его. Дэнни, кстати, играет через арканы, есть у него уже Metril Hammer, будет это либо дизолятор, либо какое-то же БКБ. Ну, скорее всего, БКБ, потому что Фнатиков достаточно большое количество каких-то спеллов. Как массовых, так и таргет. Так что неприятно здесь этому герою. Ну, он, в принципе, живет за счет своего щита, но лишний там эффект от БКБ ему не помешает. Хани здесь грамотную позицию занимает, думает, что Нави будет как-то пятером лезть на этот тавер, давить, чтобы его забрать. Чтобы хороший эпицентр раскастовать. Будет это, скорее всего, БКБ, либо же это выход в Аганим. Пока что непонятно, ну, посмотрим по игре. Ну вообще, по факту, лучше ему, конечно, БКБ приобретать, потому что сильно Тимбер его разрезает, да, и вообще, там, Куроки. Симпа там не особо приятный, молодой человек такой. Что они пока что не видно. Но Нави понимают, что есть Санкинг, есть Даггер, они это все видели. Есть, значит, должная инициация. Флай здесь привязывает, Хани начинает закачать. Хорошо разбежались, Куроки здесь будут большие проблемы, но... Лол, Куроки еще живет. Меняли саппорт. Понимали, сами пытались атаковать, но с учетом того, что эпицентр был потрачен, и такой размен для Найк. Димка Хани еще за паником выступает его. Он очень много дэмэджа здесь раздает, но это не помогает ему спасти здесь. Наказали Нави за такой дайв данного саппорта. Я думал, конечно, не получится больше киллов сделать. Пан грамотно распушил линию, скидывает макропиру, айспас. Флай на телепорте, на вентрале пытается догнать. Теперь хорошо Дэнди здесь реагирует с дабл дэмэджем. Флай моментально разваливается. Тоже очень сильно просевший по хп. Ну и просто отдвигает. Так, тут атака будет на хвоста. Демоник пуш залетает, солкетчер неточный. Юзается досты, прячет его, он тейл. Юзается иглиц, и хвосту здесь должен быть. Буки, просто наказывает. Есть, кстати, в стэше уже не особо приятный новость для Фнатика, потому что у них очень много за счет которых они завести файт. Хотя очень сильно там Дэнди пробивает рукой за счет своего спелла, который работает на БКБ. К сожалению, для Фнатик появляется у него уже дизолятор. Но тут сильно просевший тавер, который будет динается. Да, динает. Звука не... Так должно быть лучше. Хани опять себе тут топорик провел, и хорошо Дэнди пропалил всю эту контору, заезжает еще сюда в троих. Флай моментально просто пол хп потерял, ну, залетает Демоник Пурч, и Фаник здесь отлетает. Дэнди мансует, прячет его на тейл. Просто выбивает просто ману с полбека. Трикси, офигевший ману, начинает. Фан ловит Дим, скидывает макрокиры перед смертью. Дэнди плеит Трикси, залетает еще трек от хвоста. Куроки забирает фраг.
Это будет через 15 секунд. Эра юзает БКБ и начинает драться с хвостом. Купает там Брокки Трикси. Трикси отъезжает. Брокки начинает что-то мансовать. Трека, поэтому от этого быстро бегает. Постадинс привязывает Пай хорошо. Привязал, кстати, Дэнди просто творит этот царь, лев, булки просто козырные. Привязал двоих. 4-2 размен. И Нави пушат. Есть изолятор, есть куча крипов, так что можно. Они почему-то боятся сейчас лезть. Я слишком громко сделал, потому что у меня эта тетка просто на всю квартиру сейчас разговаривает в доте. Зажми колесико. О, господи, какая функция есть, зажми колесико. Нормальная тема. Брокки здесь закидывает под тавером. Не знаю, что он хотел. Были у него варды? Нет, варды он не хотел сюда ставить. Поэтому просто что-то делал за тавером вражеским, зато, ну, сирисирует Нави по счету они, хотя она не особо там сильно лидирует, там всего лишь 3 фрага, но последний файт у них был такой уверенный. Надо как-то пробовать на стрелочке себе, что ли, привыкать. И по карте. Пляет своего хвоста Скади, нашел он тут стаки вражеские, подформил чуть-чуть, сколько смог, состоянию своих хп, и убегает. Так уроки будет дайв. Да, Хани блинкается. Бороу страйк, залетает Soul Catcher. Раскастовывается эпицентр от Хани. Не жалеют спеллов на саппорта. Ну и правильно, в принципе, делают, потому что фраги на такой стадии игры нужно любые делать любыми способами. Дэдди здесь тем временем спушивает мид. Есть у него ДД в баночке, кстати. Опять очень много дэмэджа будет в этом файте. Можно это понимать, потому что это весьма такая опасная ситуация. По центре заходит хвост, залетает демоникуч. Копают его по варшот и еще прячет здесь паника. Паник на кимерче не пытается мансовать, хочет он Тейла еще забрать перед смертью хотя бы. Защищает еще бим, много всякого дизейбла. Поэтому еще очень по хп просел. Наказали здесь двоих. Ну еще и Пупея до этого, конечно же, убили через эпицентр, то есть убили троих, не потеряли никого. Дэнди пытался сколько смог послушать лейн, но не особо это хорошо получилось, мать. Пока что старается двигаться по карте максимально точно, там, чтобы это не просто так было тратой времени какой-то, делать не киллы. Для них все складывается более-менее нормально. Нет сейчас фаника, 20 секунд, еще Баунти Хантер будет тоже на базе. Но есть у Нави Т1 тавер, то есть Нави быстро перетянутся к Рошану. Понимаю сейчас в Нави то, что зашли Нави нарошено. Начинает смещаться. Пупей просто оттолкает линию максимально ближе к базе, чтобы как, хоть как-то отвлечь Фнатик. Да, и Фнатик за счет этого начинает отходить с Рошана. Понимает, что не особо много дэмэджа у них сейчас быстрого есть, чтобы быстро убить Рошана. Но Пупея здесь атака, захват Хани, очень много фрагов делается за счет этого фантанга. Ну, скинул все силы, попытался перекинуться, больше ХП снять. Но Тейл плотно просаживается Дэнди. Дэнди заюзал свою ДД, ну, которая демоник Фуджем, к сожалению, слетела. Вернулся на Ревенант. Фаник опять заезжает под шейклшот и юзает Дэнди. Моментально разваливается. Куроки скидывает палец у Тейла, забирает фраг, но его разбирают. Опять 3 в 1. Второй размен, ну уже с разменом, конечно, для Fnatic, но одного саппорта потерять и сделать еще одни 3 килла там за последние 1.5 минуты, это весьма неплохо. Будут распушивать. И нет, побояться, хвост сюда уже подходит, видит флая. Поддержка Дэнди. Дэнди есть 2 ремнанта, но он не побежал, просто линию отпушивает. Но это будет подозрительно, если он резко побежит как-то в сторону, поймет, что Bounty Hunter где-то рядом. Фнатик опять зашли на Рошана, будут его ковырять. И уже в миде начинает подпушивать линию. Там уже меньше полкп. Пупей. Скидывает эспас, попадает по двоим. Сори, по одному, по Рошану. Скидывает на Кабира, но Фнатик просто через суицид уже начинает добивать. Луна забирает здесь Егис. Сильно попросили. Флот, да, сбивает сразу же моментально Егис. Флай еще по трекам здесь бегает. Привязывает Флай Дэнди. Через тот забирают. Эру хорошо. Хани хороший эпицентр, очень-очень хороший. Минус, хотел 3 сказать, но не получилось. Но Тейл прячется в Раксом, флот еще мансует. В итоге Нотейла здесь забирают. Дэнди успел улететь на Реминанте, и у Хани теперь большие здесь проблемы. Успевает он Борострайк выбрать первого Шана. И за счет Реминанта дали Вижен Куроки, и дает он палец Хани в затылок, и убивает. Вот Нави весьма неплохо подрались. Выбили моментально Аегиса, разменяли только одного саппорта, убили... Выбили Аегиса, еще четверых хоронили сверху. Вот пушит Ботава.
пока, в принципе, не особо большая минута, небольшие левела. Матик быстро появляется, но тавера не потеряют. Я просто заберу тавера и отойду. Смысла сейчас нет. Гель есть, это может быть ошибкой. Тем более, есть еще там тавер в топе. Хороша на ХД, можно как-то линии попушить. Да и пофармить они себе могут позволить. У Дэнди очень много итимов сейчас. Появляется у него уже без 600 монет, без 500. Тайалус, и будет очень много грязи в замесе делать этот молодой человек. Вост опять к этим меншинам прицепился, к вражеским. Просто все стаки, по-моему, он сам забрал в одинокую на баунти хантере. Моргает на него здесь, ставится сентри. Летает, вылетает, еще не точно хорошо. Дэнди привязывает Рикси. Ну, Тейл тут пытается увейдить Фанника спельчики. Фанник хорошо на Чемберчейне улетает. Там где Маник Пуч, по-моему, Хани не прощает просто, не отпускает. Хани просто царски отыгрывает эту игру, если честно. Все фраги за счет вот этого Санкингана даггере, он везде просто оказывается, где только нужно. Трикси делает телепорт на Пупана, Куроки. О, господи, как больно, в Хекс залетел это в Трикси. Сразу же отменяется телепорт, передумали Фнатики как-то пробовать догонять саппортом, потому что Бистлбэк развалился очень быстро. Забирают Нави тавер для себя. Фнатики пытаются разменивать хотя бы Т1 на Т2, юзается глиф от Нави. Неужели это будет попытка задефить тавер? Ну, в принципе, понятно, что они хотят сделать. Попытка задефить, максимально много времени выиграть и пропушить две другие линии. Внимание, для Т1 просто выиграть для себя время. Дэнди там тем временем практически пол хп снес тавору и начинает отсюда просто убегать. Так, ну что, посмотрим графики. Нави вначале было там преимущество небольшое, Матику, Нави перевернули. 15 тысяч преимущества по голде, по экспириенсу тоже. Это 8. Нетворс уже включен. Да, занимаю Дэнди вместе с хвостом. Две первых позиции по Нетворсу, потом идет Эра. Ну, на 4, на 3 тысячи опережают своего оппонента. Фнатики очень сильно пытаются, это видно по игре, что делают фраги. Ну, за 30 минут от игры почти 60 фрагов, это весьма неплохо. Просто экшен. Просто появляется Яша уже. Такой плотный Баунти Хантер достаточно получается. Ну вот Фнатик сейчас запущен все линии, Рошана нет, и просто надо как-то отпушивать, еще какие-то итимы собирать. А там у Кроки Аганим уже и 2700 денег. Тут очень притаренный Леон получается. Тагер, он, кстати, отсюда улетел. Эра уже замахивался бимом, но Кроки реактивный оказался. Забыл я худы включить, господи, все позабывал. Я всю игру без них сидел, господи Иисусе. На первой трансляции запутаюсь жестко. Надо набираться опыта. Ну что, Нави просто толкает линии грамотно, Дэнди снизу просто не уходит, подталкивает линию постоянно к базе. Пупей в миде работает, и остальные три персонажа от Нави находятся в топе, и чужой лес еще подфармливает. То есть Нави всю карту захватили и фармят. Просто вот эту черту Фнатик не могут пересечь, потому что если они куда-то выходят, их либо убивают, либо где-то убивают. На Дэнди вот уже под ХГ, но Тейл просто для ХП потерял за счет одного спелла. Дэнди на ревенантах улетает. Только за счет Санкинга как-то могут очень быстро зацепить, но за счет того, что он Дэнди висит практически всегда щит, он не получает быстрого какого-то magic damage, и у него есть потом возможность из-за того, что он хп много не теряет, лететь еще на реминанте. А кексов там никаких пока что нет, и закон, к сожалению, никак не может от Эндер Спирита. Поэтому Дэнди очень агрессивно себя здесь ведет. Уже готов доедалось, есть 1000 голды, Рошан будет через 3 минуты. Нави просто будет подпушивать линии, думаю, если Фнатик сами как-то не поедут. Я думаю, здесь следующего Рошана ждать. Здесь атака опять на Дэнди. Ну вот о чем я и говорил, если его не цепляют через какого-то Санкинга, то очень тяжело законтрить. Ну и потом Шейкл какой-то нужен, чтобы его выключить. Не получается. В общем, Фнатикам нельзя сейчас ошибаться, как-то лезть перед Рошаном. Если не полезут и, не дай бог, проиграют этот файт, эта игра просто закончится. Хани залетает сюда с эпицентром на Куроки. Ну, Куроки здесь достаточно плотный человек. Молодой человек сбивает ему Ера бимом, ТП-шку. Куроки, кстати, четко заюзал тут ГОСТ и потом ТП. ГОСТ можно юзать только с тапками ТП, но с тревелами, конечно же. Когда ты выходишь под эффектом ГОСТа.
на хвоста еще делает атака, но стоял демон их лучше. И... А, тут гем уже у Хани есть. Они копают хвоста, подходит еще сюда флай, нужен еще бим. Да, хвост пытается как-то браться, понимает, что он сюда уже не убежит. Вот одному Нави загубают, но вот этом он сплит-пуши появляется. Кстати, у Эры там стайл. Пана здесь Трикси гоняет, 362 дэмэджа с руки раздает. Бестлбека за счет вот этих вот стаков растет очень сильно дэмэдж с руки. Поэтому, когда он там плана распылялся, у него весьма плотная рука получается. Фанник кусты начинает здесь фармить, есть у него блудстон. К сожалению, пока что не заряжены, 8 стандартных зарядов. Есть уже худ, худ это... Я не знаю, пайп или нет, собирать фанник или нет. Ну, вообще, пайп можно было бы собрать. Это не было бы ошибкой. Потеряли практически ключевых персонажей сейчас Нави. Денник кто-то фармит. Будет еще, наверное, какой-то Дайдалос или что это за Брукслот. Или это Батл Фури. Скорее всего, Батл Фури, чтобы линии как-то прижаривать быстрее. И ну, когда ты там прыгаешь с пелом, все это сплэшик работает, потому что это эффект обычного удара руки. Так. На второй игре, я надеюсь, получше себя как-то буду ощущать, потому что сейчас я немножко потерянный, как кот, которого, я не знаю, там в лифте держали часов 7. Он потом вылез и не поймет, где он. Хани здесь копает хвоста, сразу же эпицентр. Хвоста не будет ТП, больше что дэмэджа он ловит здесь. Есть еще телепорт, здесь от Дэнди. Дэнди будет догонять с вами, подцепляется здесь двоих, Эра подгружает БКБ, Эклипс. Но этот Эклипс весь пытается эвейдить. Дэнди на ремнанте улетает в сторону. Как в сторону, на мид у него ремнант, на миде был. Так, Урофи здесь рядом. Даггер откатывается, будет еще цеплять Кроу Страя, наверное. Трикси подбегает, сразу же начинают Кроки разбирать. Кроу Страйк, Шейкл, Вайспас пытается с купей как-то скинуть, потребить своего тиммейта. Дэнди с БД опять подбегает. Господи, Хани просто на все хп сейчас получил штучку. Кузает БКБ и пытается убежать. Спас по одному попадает от Папана. Папана должен подбирать. Хани пытался там задавить. Добить Хани, но не получилось. Трикси получает кекс от Куроки, Дэнди просто здесь разобрал флаги, я пропускал, растягивает очень сильно команду друг друга. Трикси пытает мансовать, Дэнди очень сильно его привязывает здесь, грамотно, и улетает на реминанте, чтобы еще один стак спрея не получить. Юзается пауза от Нотейла, вылетел флай во время замеса. Где по всему. Куроки заработал все, кстати, стрик с этого килла за Трикси, киллинг спри там был. Так, ну что, пока пауза, я почитаю чат. Комментатор УГ. Ну да, ребят, я извиняюсь, это просто мой первый официальный опыт, когда я комментирую от своего лица, я обычно был сэкастером всегда. Я говорил в начале стрима то, что не судите строго. Но, судя по всему, вас это мало интересует. Ну, ладно, я пытаюсь, я стараюсь, честно. Так что извините, если кому-то не нравится это. Ну что, весьма неплохой размен был для Нави. Сейчас они начинают толкать линии. Уроки просто сам отыгрывают эту игру, так же, как и Хани у Матик. Отмечал уже несколько раз то, что все неплохо он делает. К сожалению, сейчас для него в этом файте все очень не очень получилось, потому что Дэнди с ДД там выдал такую плюшку, что он просто на все хп. Там осталось у него буквально хп 200, может быть, если не меньше. Он начал под БКБ в кустах мансовать, там еще и Фаник за ним гонялся. Много времени он на себя выиграл здесь. Появляется Рошан, хвост забегает, уже начинает его бить. Будет это БКБшка от Саши, потому что... Практически все смерти, которые он заработал за эту игру, в него выкидывался там эпицентр и еще куча всяких спеллов. Ну, тут Рошан должен побыстрее падать, чем Матик, потому что очень много дэмэджа слетел Дэнди. Хвост тоже достаточно плотный молодой человек здесь получается. Вот, что Аегис, Дэнди не хвата, да, хвост поднимает на баунтихантере Аегис. Ну что, ниже запушен, топ относительно запушен. Куроки тут еще быстро пальцем разбирает и начинает ман брейнить себе. Да, гоним третий палец, это 25 секунд, или сколько, 20 секунд даже палец, массовый.
автоматский спел, если честно, сделали этому Леону, но никто не рассчитывал то, что можно как-то быстро в доте, в профессиональной игре собирать на саппорте Аганим. Но тут Броки весьма все неплохо делал, на 12 минуте, если не ошибаюсь, появился Дагер, ну и там уже недалеко за горами будет Аганим. Да, будут Нави здесь подниматься. Пытается разминать грифов. Стало подразгад, юзер, знаете, глиф, по-моему, ошибочный немножко глиф, получился поставить привязок. Ну, флот может себе позволить сейчас агрессировать, но если Еги залетает, у него много спелов. На Фнатик весьма неприятно, потому что на одного хвоста сейчас потратить столько спелов и не выбить Егис, это большая ошибка. Но есть еще, в принципе, эпицентр, есть ПКБшки, есть Эклипс на Луне. Так что, в принципе, выкинули они не особо такие спелы, которые там долго КДшатся, это не какой-то Блэк Холд. С тремя минутами КД. Это всего лишь демоник пуч, у которого минута КД, так что можно это себе позволить, тем более это в плане дефа. Делать все, чтобы не потерять свои бараки. Ну что, Нави потихонечку просто поразлетались, Фаник улетел, Фаник отрывался, нет, есть у него 3000, есть Плейт Мейл, это, наверное, какая-то Шива будет, думаю, что это какая-то Кираса. Вероятнее всего, что это будет Шива. Он себе купил уже рецепт, да, рецепт Шивы есть. Да, я думал, что это Battle Fury будет с Бродсфорда, но это Кристаллис, будет еще один Дайдалос от Дэнди. Там же куча-куча дэмэджа будет, много. Что, Эра? Ну, Эра пытается как-то выфармливать, но Нави очень сильно все по карте делают. Постоянные файты какие-то, постоянное давление, линии всегда припушивается. Эра то и дело успевает только там отпушивать и как-то в файтах драться, и старается еще не умирать при всем этом. Но хоть какие-то артефакты у него есть, потому что были такие игры, когда Луна там с одним мантастайлом на такой минуте выступает без БКБшки. Так что все еще более если еще пару файтов выиграть. Так, тут внутри, кстати, Дэнди опять его привязывает. Хороший спас. Вылетает макропира. Купей вообще никогда не жадничает на эту макропиру. Сразу же выкидывает. Попал спас, скинул макропиру. Все нормально. Достаточно плотный уже тоже молодой человек. Есть у него ривер, есть плейтмейл. Сразу и в Тараску, и в Шиву пытается. И раз уже какая-то будет. Просаживается Фаник на пол хп практически. Забегает вот. Осталось форс, кстати, есть Еги, закидывает он трек, но Тейла. Спас, не точно тупее, ну, пытается команда друг другом поразминаться, поразминаться с Теллами. Вот как можно больше треков развешивает. Ну, Трикси сильно просаживается, на пол хп получает не здесь плюшки. Господи, кого там развалило? Флайер развалило просто с одного скилла. Фаник пошел уже в разнос. Много времени здесь получает Трикси, но Тейла вместе с Эрой привязала. Юзается Эклипс. Эклипс уходит с Фаника и хвоста. У хвоста до сих пор есть Легис. Ну и тут начинает с Деброном разминать Эру. Теряют троих, нафиг. Там эпицентр будет, кстати, от Кани. Упустили этот момент. Но он только Куроки пол хп снял. 4 в 0, размен, забирается сторона от Нави. Ну, я думаю, что можно уже нафиком написать ГГ и переходить в следующий кадр. Формат ГО3, да, ГГ. Ух, жесть другая. Хорошая игра, много экшена. Сразу же такая активненькая игра достала, где просто прям везде смотреть, где только можно. Знаю, просто фраги под фонтаном. Это фейг-гг было или что? Почему трон не ломается? Нави под фонтаном начинает разбирать Трикси. Трикси, кстати, не самый худенький персонаж. Бьют его под фонтаном. Нави тоже под фонтаном. Что, ребят, сейчас будет небольшой перерыв музыкальный. Пойду я перекурю. Чего вам не советую делать, это не...